Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, я доехала до Академии Грэмми. И сегодня я для вас покажу какую-то волшебную процедуру. Вы давайте присоединяйтесь и будем вместе с вами вести диалог, потому что очень хочется разобраться именно в процедуре, именно в кератине. Для чего это? Как работает? Потому что очень у многих, мне поступали в директ сообщения о том, что очень у многих есть возражения по поводу использования кератина. Так что давайте сегодня мы с этим разберемся. Так, у нас сегодня, мы находимся в Академии Грэмми, еще раз, друзья. Сейчас я вас познакомлю с технологами, бренд-технологами Академии. Привет-привет. Друзья, напишите, пожалуйста, крестик, как меня слышно, чтобы я понимала, что вы меня слышите. Ага, привет-привет, всем привет. Ну что ж, начинаем, друзья, познакомьтесь. Ирина потрясающая, ой, невероятная, с волшебным цветом волос. Ольга. Здравствуйте, всем привет. Ура! И сегодняшняя у нас модель тоже Ольга. Так, ну что, давайте рассказывать, что мы будем сегодня делать. Так, ну сегодня мы будем делать процедуру Brilliant Shine бренда Grammy. Это процедура для блеска, увлажнения волос. И так как вы видите, да, как у нас волосы. Но это натуральный цвет волос? Да. Натуральный цвет волос. И вообще не крашеный, это эксклюзив. Я вот таких вообще не видела давно, чтобы волосы были не крашены. Ага, волосы сухие. Волосы сухие, не хватает блеска, видно, да? Да, блеска не хватает. Так, давайте посмотрим все вместе. Ну, они такие достаточно пушистые, не хватает дисциплины волосы. Ага. Мы сегодня сделаем процедуру, увлажним волосы, придадим дополнительный блеск и сделаем их более дисциплинированными. Понятно. Ну вот я вижу, девочки, никогда не было окрашивания. А как же на окрашенных волосах вот эта вот процедура? Эта процедура идеально подходит для окрашенных волос, так как она задерживает цвет и сохраняет блеск натуральных и окрашенных волос. Здорово, давайте смотреть. Процедуру можно, кстати, делать даже в день окрашивания. Прямо да ладно. В день окрашивания. Но, к сожалению, у нас модель сегодня с неокрашенными. Так нет, это круто! Я просто таких... Так, я потом с моделью сфотографируюсь, потому что это эксклюзив, друзья. Да, да, у вас... Да, к вам приходят модели с неокрашенными волосами? Очень много. Так, Оля, расскажи, пожалуйста, а ты вообще как ухаживаешь за своими волосами? Я ухаживаю на самом деле Грэмми. Я беру уплотняющий шампунь и уплотняющий кондиционер. Вот почему-то он мне больше всего понравился, потому что, во-первых, запах у него очень приятный. Есть такая душка селекционных духов. Пахнет таким прям морским бризом. Вот для меня, по моим ощущениям, это реально морской бриз. Ну, конечно, не, у каждого разное восприятие, очень интересно. То есть больше ничего, да, только подравниваешь Нет. кончики и делаешь какой-то вот уход. Ну, вот я, да, делаю уход именно на уплотняющем шампуне и кондиционере, потому что хочется все-таки придать плотность волосам. Ну, они такие прям печальные. Печальные. Я их сожгла. А чем ты могла сжечь? Я их сожгла утюжком. Ага. Сожгла утюжком самостоятельно, неумелые ручки, поэтому обращайтесь, пожалуйста, к профессионалам. Согласна. Ну что ж, давайте приступим. Друзья, напишите, пожалуйста, из каких вы городов. Это находится город Москва, Академия Грэмми. Сейчас я вам покажу. Так, ну что, приступаем? Давайте, да. Пишите города, друзья, я почитаю, из каких вы городов, очень интересно. Очень бы хотелось бы вам рассказать об этом бренде, потому что я сама с ним только познакомилась, и то потому, что вы мне о нем написали. Вы мне написали, что очень интересно посмотреть именно отсюда процедуры. Да, Санкт-Петербург, Самарканд. Алекс, у нас будет процедура. Девочки, расскажите, пожалуйста, про процедуру. Так, у нас сегодня будет процедура Brilliant Shine. Она у нас делается в три этапа. Первый этап – это очищение кожи, головы и волос. Следующий этап – нанесение маски с ампулой. И последний этап – завершение процедуры. Это либо несмываемый крем, либо масло для волос. Тоже будем на практике все показывать, рассказывать. Посмотрите, консистенцию тоже покажем. Но этапов очень мало, при этом это очень хорошее сохранение цвета для волос окрашенных. Также хороший блеск для натуральных волос. Угу. Отлично, давайте будем смотреть. Еще сейчас почитаю ваши. Оренбург, Тверь, Курган. Тверь. Да, ты из Твери? Да, я из Твери. Здорово, Курган, Красноярск. А вы приступайте. Да. А, на мочку. На мочку. Якутск, Кубань.
Да, у девушки отличные волосы. Казалось бы. Да. До плойки, да. До плойки, до умелых ручек моих, конечно, да. Да все равно мы все равно сушим каждый день феном. На самом деле искала, что вот мне поможет в плане после сожжения, если у тебя ожог на волосах, мне уже сказали, тепловой ожог, он не лечится вообще никаким образом, это выстригать. Но я пыталась сгладить чем только можно. Вот чем я только не сглаживала эти волосы, потому что они такие были рифленые, побитые. Я такая думаю, все, кошмар, это просто что-то. Я чуть ли не до слез, потому что у меня были сожжены волосы вот здесь, вот прям. Прям у края? Да. С ума сойти. Вот. И в итоге я мыла шампунем, так, увлажняющим, и кондиционер выдерживала 20 минут. Он у меня сработал и уплотнил эту структуру и хотя бы вот выпрямил немножко. Ага. Так, друзья, напишите, пожалуйста, звук есть, потому что очень важно. Сейчас почитаю из Москвы. Привет, Москва, мы тоже из Москвы. Что мы там ждем? Воду нагреваем? Проблема? Проверяем, нагреваем, да. Понятно. Москва, привет. Украина, Пермь, Калуга, Беларусь, Казань. О, ну, ты вообще-то откуда? Я просто, у меня много очень друзей из Беларуси, поэтому... Казань, привет. У меня сын сегодня летит на самолете из Казани. Так, привет, Донбасса, Самарканд. Идемте в гости. Да, хорошо. Так, друзья, значит... Уважаемые спикеры, говорите погромче. Да, да. А слышно? Москва. Да, Рязань. Мы сейчас подготовку ведем. Ага. Давайте расскажем. Ира, расскажи, пожалуйста, что вот я вижу, баночки выставили. Это у нас шампуни, очищающие шампуни. А это три кондиционера вижу. И еще один шампунь. Кондиционер и шампунь. Ага. Для ежедневного применения после окрашивания во всей линии Shine есть запатентованная формула. Формула КТА RX100. Это формула наномолекулы. То есть ты имеешь в виду в шампунях это есть? Даже в шампунях, во всех уходах, ну кроме масла. Так. Да, в наших кератинах, шампунях, кондиционерах, Seven Protection, везде в масочках есть вот эта формула. Это формула наномолекулы, которая своим размером 100 дальтон. Угу. А что это дает? Так, что за... Если рассмотрим человеческий кератин в волосе, он где-то 500-600 дальтон. Мы понимаем, что вот эта малюсенькая молекула очень хорошо встраивается в структуру волоса и заполняет все пустоты. И после любых процедур, если мы будем пользоваться дома домашним уходом, рекомендовать клиентам шайн-кондиционер или шайн-шампунь, то, естественно, будет пролонгировать эффект любой процедуры. А так можно шампуни просто дома использовать? Или это надо конечно, с процедурой именно? Угу. Да, ты можешь продолжать, Ань. Шайн-шампунь, он нейтральный, у него pH-баланс 5,5, то есть подходит для всех после него, опять же, вместе с кондиционером, так как мы отдельно шампунем никогда не пользуемся. Мы все понимаем, что у шампуня задача очистить кожу головы, а у кондиционера именно увлажнить, напитать волосы, помочь для расчесывания. Угу. Поэтому для домашнего применения идеально. Он делает волосы шелковистыми. Угу. Но тут вот тоже идет резонанс. Не все любят, когда волосы шелковистые. Девушки, почему? Девушки с тонкими волосами, они любят объем. Да, вот, да. Да. И поэтому и я люблю объем, да. У нас есть... решение. Шампунь и кондиционер для плотности. Называется серия Volume, но это не объем, а именно придание плотности волосам. Ну, кстати, он объемчик тоже дает. Он, ну, за счет плотности, конечно. Если волосы становятся плотнее, визуально и тактильно, ощущение вот прям грива-грива нет. Я так предполагаю, вы пользовалась другими шампунями, которые, ну, вот тоже профлинейки с эффектом ну вот, объема, скажем так. Отсюда только... же, да, тоже греми? Нет, я пользуюсь другими. А, вообще другими. Да. Угу. Чем мне, ну, не очень понравилось, у тебя грива такая вот, грива есть лохматая? Как будто пушит, ты причесывала. Пушится. Дисциплины нет. Пуша. Да, и еще раз, Ирина, как называется процедура у нас?
который сейчас... Да, конечно. Brilliant Shine. Друзья, называется Brilliant Shine. Мы находимся в Академии Академии Грэмми. Я вас как раз с этим брендом знакомлю, потому что именно вы мне написали и попросили познакомиться с этим брендом. Приглашаем всех на обучение. У нас обучение проводится абсолютно бесплатно. Ага. У нас существует сейчас три разновидности семинаров. Это про Грэмми, знакомство с брендом, со всей продукцией. Второй семинар – это у нас воркшоп. Это семинар, на котором вы непосредственно можете познакомиться со всеми процедурами и попробовать все процедуры, увидеть каждую процедуру. На моделях попробовать или на себе? На моделях, конечно. Кто-то решает на себе. Всегда ну есть да, модели. Потому что очень хочется все-таки, если я парикмахер, да, мастер попробовать на себе. Понимает. Да, да, потому что... Можно и сделать, и на себе попробовать. Угу, обязательно, обязательно. И третий семинар у нас – это семинар... по модным направлениям укладок. Это семинар-трансформер, который каждый сезон будет трансформироваться в зависимости от модных тенденций и направления, на котором также все семинаристы могут создать свою неповторимую укладку, используя нашу продукцию. Подожди, то есть у вас есть стайлинги еще? Да. Ага, вот видите, я об этом не знала, потому что мы-то пришли на именно посмотреть... Как делается уход, да? Да, как делается уход. А тут, оказывается, есть еще и стайлинги. У нас даже стайлинги, они уходовые. От них никогда не добиться эффекта каски, чтобы кирпич упал и человеку ничего не было. То есть там минимальная фиксация, так же, как в тренде... Подожди, если минимальная фиксация, то как он будет держать кудри, сейчас локоны? Сейчас же популярна естественные кудри. Лохматость. Но даже не лохматость, а должны быть, ну, девушка-серфера, да, это полураспущенные. Ну, это как кудри. Ира, и это не как я. Вы же понимаете, что у меня тут все закреплено. Это я не в моде. Блин. Но опять же, у нас есть спрей для кудрей. Угу. Который отлично фиксирует, несмотря на то, что у него стоит степень фиксации иголочка. Я лично пробовала на девушке после кератинового выпрямления. Мы ей делали пляжную волну при помощи утюжка. Угу. Я думала, давала прям максимум 2 часа, и все распадется, так как, в принципе, после кератинового выпрямления все очень плохо держится. Угу. Но наша укладка продержалась 3 дня. Угу. Наш бухгалтер просто не даст соврать. Так, сейчас мы бухгалтера тоже позовем, потому что нам реально все это нужно знать. 3 дня, не знаю, у меня я каждый день голову мою. У меня укладка вообще не держится. А нам нужно было именно протестировать, насколько долго спрей с минимальной фиксацией может продержать укладку заданную. Так, что мы здесь делаем? Сейчас мы моем волосы, кожу головы очищающим шампунем, Clarifying шампунь. Ага. Бренда Грэмми. Шампунь pH баланса 7,2, поэтому это больше, наверное, шампунь для очищения. И этот шампунь часто использовать нельзя, этот шампунь используется приблизительно раз в неделю. То есть очищение, ты имеешь в виду пилинг? Очищение, да, это, наверное, больше пилинг при этом. А если мы наносим шампунь по длине, то это открытие кутикулы для того, чтобы в дальнейшем заполнить структуру волоса уже каким-либо продуктом. Соответственно, сейчас мы будем все это заполнять маской с ампулой. Поэтому у нас сейчас идет такая легкая подготовка. Я 2 раза мою волосы, кожу головы очищающим шампунем. Ириш, покажи, пожалуйста. Оля, а покажи, расскажи мне, пожалуйста, вот правда, что если мыть пилингом, пилинговать кожу, то не будет перхоти? Не совсем скажу, что это пилинг. Это очищающий шампунь, который очень хорошо очищает от излишек себума, от стайлинга. И его можно делать как пилинг, но если вы делаете его на сухую кожу головы, если клиент пришел, у него грязные волосы, там кожа головы, если жирная, это подростковые проблемы. Вот, это очень важно. Этот шампунь идеально подходит, но... Мы учитываем то, что Clarifying шампунь, вот наш у Ириночки в руках, у него pH баланс 7,2. У всех очищающих шампуней любых других брендов это pH баланс 8-8,5. А что это значит? Расскажи мне, не парикмахеру, который не понимает. Баланс кислотности и щелочности. Смотрите, приблизительный средний pH баланс у кожи головы человека это 5,5. Если ниже, то это уже более кислотный pH баланс. И более кислотный это у нас тонирующие красители. Да?
Да. Более высокие, уже выше 5,5, это уже более щелочные. Соответственно, 7,2, например, это достаточно щелочный, но он не настолько щелочный, как остальные другие шампуни любых других брендов. Мы сейчас два раза помыли голову, сейчас, да? Да, сейчас мы... Ой, да, я сейчас понюхаю. Сейчас. Запах есть. Лицо такое. Понюхаю. Лицо оглянул. Наклонилась. Но этим шампунем можно яблоком. Пользоваться до 5 раз спокойно, и не будет никакой пересушенности. Да, яблочком, правда. Вот таким зелененьким, ага, ощущением. Вот именно зеленое яблоко. Очень любят использовать этот шампунь после работы с супрой или после кислотных смывок. Опять же, тут кислая среда, мы более щелочным шампунем моем, убираем вот все частички, что нам нужно убрать. И тем самым нормализуем pH-баланс кожи головы и волос. Очень интересно. Так, друзья, давайте ваши советы. Вы чем пользуетесь? Потому что я примерно понимаю, но вы, я уверена, понимаете все намного лучше, чем я. А, Ира, покажи, пожалуйста, баночки, которыми мы сейчас будем. Вот шампунь я поняла, мы да. Сейчас будем у нас... А, мы в другом месте переходим. Давайте пока сейчас... Оля помоет голову, а я вам что-то покажу. Посмотрите, что я здесь нашла. Она не упадет на меня? Нет. Смотрите, какая красота. Краш. Я мечтаю ее домой. Вот эту? Конечно. Всю квартиру займет, мне кажется. Лежит, с утра подошел, прочесался. А, то есть наклониться. То тут можно и массаж сделать, если так лечь. Друзья, вы вообще знакомы с брендом Grameo? Потому что вы мне сами написали, чтобы я вас познакомила с этим брендом. Так что пишите, пожалуйста. Мне очень важно знать ваш опыт. Вы знакомы, познакомились, слышали, делали, понравилось, не понравилось. Что делали? А, что делали? Потому что у нас очень много уходов. И также у нас 3 вида кератинового выпрямления. Расскажи историю нашу. Какую историю? Ну, как зародился, в каком году? И все. Такая история, там целая сказка. Да, целая сказка. Наш бренд появился изначально в Швейцарии. Это было в 2012 году. Изначально в 2009, да? В 2012 мы вышли на мировой рынок. Расскажи, говорит, вот так, да. Все. А, Оля, почему ты так долго голову моешь? Ты как-то специально моешь? Я хочу до конца промыть. Я всегда промываю очень долго. Настроить клиента на релакс. Да. Я уже засыпаю здесь потихонечку. Клиент должен быть полностью удовлетворен уже на стадии мытья головы. На самом деле шампунь уже смылся, вы можете даже потрогать волосы. Потрогайте. Волосы такие более плотные, более такие очищенные. Вот. Все, так, мы сегодня Олю всю будем трогать. Плохо, что... Вот, пишет Зарем, пишет, да, знаком уже 2 года, как использую. Отлично, Зарем, но расскажите, пожалуйста, нам свой опыт, потому что мы хотим слышать опыт с разных сторон, да, вот здесь это бренд-технологи вам рассказывают. Бонжур. Кто по-французски говорит у нас? Нет. Я по-грузински могу чуть-чуть. Серьезно? Ну, я чуть-чуть, я больше по песням. Я больше по песням и по танцам. Сейчас споем. Ой, мы сейчас станцуем шалахо тут. У нас всегда весело, да? Кстати, да, тут я обратила, что тут даже диджейский пульт есть. То есть у вас прям тусовки тусовками здесь в академии? Ну, в целом, да. Мы всегда очень тепло и дружелюбно принимаем наших гостей. К нам иногда даже мастера после семинаров, просто проезжая мимо, заходят попить кофейку, потому что мы всегда рады нашим гостям. Ну, вот девочки пишут, нет, не использовала. Так что, ну, давайте знакомиться, потому что нам очень интересно. Мне очень интересно, вот что такое кератин? Вот кератиновое выпрямление. Я столько слышала, что это вредит волосам, убивает волосы. Короче, кучу-кучу гадости. Расскажите теперь, вот как вы рассказываете я это? Я у всех противников всегда спрашиваю, чем. Объясните мне, как. Так в том-то и дело, что я не видела этого. Как они навредили, да? Но вот такая вот байка идет среди людей. Ой, кератин, это... Скорее всего, говорят те, кто либо неправильно в своей жизни делал кератин, либо тот, кто не умеет. Потому что у нас, допустим, 4
кератина. Это кератин Gold для выпрямления волос. Он на 80% выпрямляет, на 20% ухаживает. То есть, ну, по сути, уход там минимальный, и самое главное направлено именно на выпрямление. Это для кудряшек, да, больше? Для любых. У нас иногда и с просто пушистыми волосами хотят идеально гладкие волосы. Даже если какая-то небольшая волна или локон страсти, хотят прям выпрямление, тогда для них кератин Gold. И он справится даже с трудными, трудно поддающимися кавказскими вьющимися волосами. О, да, там густые же. Сразу вопрос. А не нужно после шампуня делать кондиционер? Кстати, отличный вопрос. Перед процедурой? Нет, нам же нужны очищенные, чтобы то, что мы сейчас будем делать, мы будем наносить маску, бриллиантовую маску. И для этого нам нужна просто раскрытая кутикула волос. Ага, а нанопластик волос это у вас делается? Нанопластики у нас нету. Ага. У нас есть кератин с платином. Он для восстановления и дисциплинирования волос. Для кого это нужно? Допустим, у девушки вьющиеся волосы, но они пушатся. Если она сделает эту процедуру, то они у нее очень красиво будут лежать локонами. Если просто пушистые волосы, хочется дисциплинировать, чтобы они красиво лежали в укладке, но не менять свою структуру. Также, опять же, напитать, чтобы был блеск, также идеально подойдет платину. Кератиновое выпрямление Silver, оно для восстановления и разглаживания волос. То есть, да, мы понимаем, что оно не будет прям прямым, как после голда. Ну, наверное, сравнить с общепринятыми словами, как сейчас употребляют это в миру, что-то типа ботокс для волос. Потому что в свое время я спрашивала технологов по ботоксу. Да, идем. Сразу, Ир, сразу вопрос тебе. Еще раз, вот то сюда вот мне встань. Да, и погромче говори. Сразу. Девочки спрашивают, Наталья, а если кто-то делал кератин, потом хотят блонд, делаешь тест прядь, и прядь рвется, тянется, рвется. Как с этим быть? После вашего состава такого нет? Вы делали вообще это? Зачем после кератина делать блонд? Так это клиенты хотят. Пусть ждут, пока вымоется. Мы только что напитали структуру кератиновыми частичками, то есть сделали плотное. Угу. Если, в принципе, мы сделали тест прядь, у нас что-то идет не так, следовательно, категорически нельзя. Всегда с клиентом поговорите. Если человек хочет быть блондинкой, значит, сначала сделайте блонд. Потом можете сделать кератиновое выпрямление, потом можете затонировать. Во-первых, цвет нигде не провалится, так как будет ровная структура волос. Просто тут нужно и у клиента спрашивать, и у мастера, зачем. Так клиенты вообще иногда не понимают. Они нам должны доверять, мы для них доктора. Не просто мастера. Мы поэтому я не крашусь. За них должны переживать. Не доверяю. Потому что хочу на сегодня блондинка, завтра зеленая, послезавтра еще. Я хочу вас немножечко перебить и показать вам консистенцию маски, которую мы сегодня будем использовать. Ага, сейчас подойду. Мы сейчас взяли 20 грамм бриллиантовой маски. Посмотрите, как она выглядит. Наверняка все знакомы с ней. Это маска для увлажнения. А пахнет она? Ее можно нюхать? Или... Для блеска волос. Да? Если хочешь. Это маска с шикарным ароматом. О, аромат есть, да. Аромат парфюма. Нет, я просто боюсь, а вдруг я вдохну, и это что-то химическое, и я тут в обморок упаду. Аромат просто шикарный, маску можно делать без перчаток. Как вы видите, я это делаю сегодня без перчаток. И, в принципе, всегда. Выглядит масочка вот так. У нас есть объемы 750 для профессионалов, 200 в продажу, либо в подарок ну, клиентам. Давай сделаем, покажем. И, соответственно... Давайте покажу. Сейчас мы взяли маску. Еще у нас есть вот такие классные ампулы. Они используются именно в уходах. Они для восстановления и увлажнения волос. Это ампула коллагена. Ампула коллагена у нас работает на поверхности структуры волоса. А почему мы используем ее с бриллиантовой маской? Давайте немножечко расскажу о этих двух продуктах. Они у нас, в принципе, сочетаются в любой процедуре. Эти два продукта работают, как правило, вместе. А если это бриллиантовая маска, это маска, которая работает на поверхности структуры волос, которая очень хорошо закроет кутикулу, придаст яркий блеск и увлажнение волосам за счет гиалуроновой кислоты. То есть я понимаю, вот эту маску будет разыграна у вас на аккаунте? Хороший вопрос. Правильно? Кто нам даст ответ? Да, сказали. Да. Друзья, так что вы можете зайти на аккаунт Grammy, _pro, там нужно написать комментарий, там условия к тому, чтобы получить, возможно,
вот эту вот бриллиантовую маску, ее оттестить, попробовать, а потом мне обязательно со скринами все прислать, потому что всю эту информацию я выставлю. Так, а сейчас я буду добавлять ампулу. Мы взяли 20 грамм маски. Я возьму 7 грамм ампулы. Но эту ампулу только с этой маской сочетать? Или, допустим, у меня другая маска? Вы можете ее сочетать с любой другой маской. Есть такой момент, она не работает как самостоятельный продукт. Она работает как ампула, сочетаемая с каким-либо продуктом вместе. То есть это чистый коллаген? Да, это чистый коллаген для увлажнения волос. Ну, что-то у нас весы долго работают. Видимо, хотят вам показать консистенцию получше. Посмотрите, какая консистенция. Видим, получилась, да. Красивая бриллиантовая маска такого золотистого цвета. И ампула белого. А вот это можно цвета. Для домашнего ухода или это только профессиональный уход? Вот мне как клиенту. Ампула только для профессионального ухода. Более того, она не сработает самостоятельно. Она срабатывает именно в комплексе либо с маской, либо со спа-кератином. У нас два варианта ампулы в одной упаковочке. Это ампула кератина и ампула гидроколлагена. Ампула кератина, она срабатывает именно внутрь структуры волос, а ампула гидроколлагена работает именно на внешней структуре волоса. Угу. Вот мы, собственно, перемешали, вот получился такой продукт. Сейчас я начну наносить по прядям маску. Как видите, руками без перчаток. Запах такой остается, вот яблочко. Яблочко, да? Остается. Я просто, наверное, далеко стою. Это у тебя от волос пахнет? Да, яблочко. Это вот самый вот есть такой... Модель кушать хочет. Сейчас объясню. Модель не накормили. Я фанатка, по-моему, волю. Я буду, наверное, про него рассказывать не случайно, да? Вот. Просто получается такая история, что я вот помою голову, ложусь спать, ну вот, наверное, девчонкам, да, обращусь все-таки. А у меня молодой человек спрашивает: Оль, ты так вкусно пахнешь. Вот, да. Это самое важное. Ты понимаешь, я 100% знаю, ни у какой девочки такого запаха не будет на волосах, ни на теле, нигде. И он не понимает, что за духи, как это вообще работает, почему такой запах. Вот я прихожу после каждой процедуры, вот у меня бренды делают процедуру, мой муж меня стоит в коридоре нюхает. Проверяет, что сегодня. Да, я на полном серьезе говорю, он нюхает волосы, говорит: так, а чем тебя сегодня? Ага, сеном пахнешь. Сеном пахнешь, где была? Ну да, как-то он говорит. Через пару лет, просто заходя, он будет говорить: так, это бренд такой-то. 100%, он будет профессионал. Ну, мы не так много вместе, но он меня уже обнюхал. Он уже знает мой запах. Пару лет точно будет все. Да. Смотрите, вот нанесла нашу маску с ампулой. Видите, я прочесываю ручками, и волосы распределяются, сами разделяются. Они уже не запутанные. С ними все замечательно, и по консистенции видно, да? Что да, видно все. Очень-очень хорошо обволакивает маска, и волосы прям такие увлажненные. Угу. Вот это наши вот сухие волосы, которые были до этого. Вы же показали, да, всем, какие. Конечно, все это видели. Друзья, все эфиры... Я видела, что у меня были ужасные волосы. Но не только... Не только Москва, Тверь, кто-то... У нас все видят. Беларусь, видели, что у меня были волосы. Всем привет, кстати, всем привет. Оль, не переживай, мою голову вообще все знают. У меня, я прихожу на мероприятие, общаюсь с людьми, на меня вот так смотрит, говорит: так, я вас где-то видел. Ага, я вас видел на мойке. Ну все. Серьезно? Почему там? Почему не вот с такими локонами? Нет, 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 меня видят все на мойке. Все на мойке. Олечка, расскажи, пожалуйста, вот ты давно вообще работаешь с этой маской? Вообще с этим брендом? Хочется с этим твой брендом. Опыт я личный. Я работаю с 2015 года и работаю активно именно с уходовыми процедурами. Буквально, наверное, прям сильно-сильно активно я начала работать год назад. И год назад я прониклась к бренду полностью, потому что перепробовала все. И на данный момент знакома со всеми видами кератина, которые у нас есть, и делаю любой кератиновый уход, выпрямление, восстановление. Да прям специалист на этом, да? Мы вот с Ириной вдвоем специалисты. На кератин. Вы можете задать вопросы мне, Ирине, одинаково мы вам. Друзья, давайте все про кератин задавайте вопросы, потому что. Да, вопросы там задают какие-то.
А, да, я не попросила. Друзья, задавайте ваши вопросы. Это очень важно, что у вас есть доступ к таким специалистам, которые перепробовали все и с вами могут поделиться своим личным опытом. Потому что все-таки у нас такая площадка именно обмена опытом. Я для вас приглашаю в свои прямые эфиры, или меня приглашают, уже не знаю как, именно специалистов высококвалифицированных, чтобы вы получали информацию с первых рук. Оля. Про кератин еще часто говорят, что плохая процедура, когда неправильно выполняют. Mm-hmm. Очень странно, но самая распространенная ошибка, когда кератин состав сушат теплым воздухом. Так, а почему это нельзя? Нельзя. Кератин воздействует под теплом. И если мы его теплым уже прогрели, он может свернуться. И когда будем проходить горячим инструментом, он не защитит волос. И не все, скажем так, пустоты будут закрыты. Поэтому исключительно, да, это дольше, но это, не знаю, это сохранение целостности, качества наших волос, нашего клиента. И мы об этом должны в первую очередь. И правильность процедуры в том числе. То есть это тоже какая-то специальная, да, технология? Конечно, конечно. Все это нужно строго соблюдать. Опять же, приходите к нам в академию, мы всегда вам обо всем просто пошагово расскажем. Вы можете здесь все это пошагово попробовать, чтобы запомнить руками. Все-таки мастера запоминают. Один раз самостоятельно сделал и все запомнил. Или тысячу раз послушал, и не факт, что воспринял это. Согласна, согласна. Температура утюжков должна быть определенная, там количество раз, сколько мы проходим, все по прядям. То есть там вроде процедура не самая сложная, которая вообще есть в нашем мире, но очень важно соблюдение всего этого. Тогда не будет никаких проблем ни у вашего клиента. Ну, естественно, подходим с умом. Если волосы рвутся, тянутся, предлагаем восстановление. Вот когда восстановим, тогда уже можем сделать процедуру кератинового выпрямления. Ир, ну это популярная процедура. Вот ты как мастер, к тебе сколько примерно по процентному приходит клиентов именно с потребностью этой процедуры? Ну, 50% точно. Но опять же, за счет того, что у нас 4 варианта кератина, я для каждой могу подобрать то, что непосредственно нужно ей. Допустим, у нас есть спа-кератин, который восстанавливает, увлажняет и создает плотность волосам. То есть он не выпрямляет вообще. Но для каждого, даже вот самого такого прихотливого клиента, у меня есть что предложить. Я человек, которого ну, с брендом совсем не так давно, но меня этот бренд влюбил. Невозможно работать с тем, что ты не любишь. Конечно. И сначала знакомство я начала с семинаров, мне все надо было попробовать. Первым делом я села как модель, мне же надо с этим проснуться, помыть голову и увидеть, что здесь что волосы есть. Не убиты. Хочу, чтобы да. Вот это показали всем. Вот смотрите, у нас сейчас вот такие запутанные концы, всем видно, да? Я наношу масочку, извини, что перебью. Без проблем. И вот под масочкой структура волос у нас разделяется. Оп. Так, сразу вопрос. Ваша академия в Украине есть? Нет, у нас академия в Москве, и скоро откроется осенью академия в Италии. Ага. А у нее универсальные составы есть, чтобы не покупать вот кучу линеек? Нельзя универсальный состав. У нас у каждого волоса есть и свои потребности, и также своя собственная структура волос. Настолько все индивидуально. Мы же не можем взять один краситель для блонда одного цвета и всех блондинок красить именно им. Мы подбираем индивидуально. И тут точно так же. Когда говорят, что один состав для всех, ну а где-то он может разрушить, а где-то не дотянуть. Там, опять же, кавказский не разгладить, а блондинку убить. Понятно. Мы доктора, не знаю, мы эстеты красоты волос наших клиентов. Опять же, они должны нам доверять, мы должны четко понимать, что мы хотим. Просто мы зарабатываем на них денег, мы просто парикмахеры. Или все-таки мы для них стилисты, друзья. Мне кажется, клиенты, когда попадают к стилисту, то это уже дружба за гранью кресла, это идет уже вообще общение. Да это уже семейная дружба, да, там уже и мужи, и детей конечно. Приводят. А потом дети начинают приходить, уже подрастают. Потом очень часто клиенты, если доверяют вам как профессионалу, они у вас видят какой-то новый продукт, и они сразу задаются вопросом, мне это надо. Иногда говорю, не надо тебе. Серьезно? Мне это надо, у тебя же есть, значит, и мне надо. Не, ну, потому что понимают, что я ерунды не буду советовать.
Я советую только то, что необходимо. Иногда приходится отговаривать, что нет, данный продукт под твою структуру волос, но не подходит. Ир, сразу вопрос. 4 кератина. Для каких волос они предназначены? Какая особенность с каждым из них? А может быть, и баночки нам покажи? Есть, да? Потому что тут у нас, смотри, сколько много баночек. Сейчас, да, вот задавайте вопросы про кератин, как раз пока у нас наносится маска, мы с Ириной пробежимся по кератину. Кератин Gold направленный именно на выпрямление волос. Кератин Silver на разглаживание и восстановление. Кератин Platinum на восстановление и дисциплинирование волос. И Hair Spa кератин, он именно на плотность и восстановление волос. Для любых волос, естественно, ну, чтобы не были убиты, на которых можно это выполнять. Опять же, Gold справится даже с трудными, трудноподающимися кавказскими волосами. То есть это такой самый сильный получается, да? Он самый... просто на выпрямление. В нем больше, он идет на 80% выпрямляет, на 20% ухаживает. Сильвер на 60% выпрямляет, тем самым, то есть, ну, разглаживает, и на 40% ухаживает. Платинум, он наоборот, на 60 ухаживает и только на 40 выпрямляет. Тем самым получается, что он не выпрямляет, а именно дает дисциплину нашим волосам, прическе. А спа-кератин, он идет как, не знаю, более питательная маска, которая непосредственно только увлажняет, питает. Причем спа-кератин мастера полюбили как добавлять в краситель, для тонирования, чтобы не проваливался цвет, чтобы более равномерно ложилось. Также можно использовать сампулами. То есть, в принципе, вот одна серия небольшая, тут не сказать, что целый стеллаж, но столько много процедур, у нас всего 13 процедур по уходу за волосами. Mm-hmm. А вот сразу, какой кератин подойдет для блондинок? Потому что это блондинки, ты знаешь, это сейчас самый такой продаваемый цвет. Любой. Нет, но если вот это вот голд, это самое сильное, наверное... Я делаю на блондинках. А зачем? У них не разрушены, они хотят прямые. А, прям... Они не хотят разглаженные, они не хотят дисциплинированные, они хотят просто ровный, идеальный блонд. Ой, ну да, волосы в блонд. Угу. Друзья, давайте дальше вопросики ваши. Отлично. Спа-кератин не выпрямляет вообще? То есть он только на восстановление? Он дисциплинирует. Не выпрямляет. Не выпрямляет. Дисциплинирует. Спа, он, да, вообще не выпрямляет, он именно придает плотность. Увлажняет, питает и делает волосы более плотными. А на какое количество времени, Ир? Gold и Silver до 6 месяцев, но опять же, с учетом правильного домашнего ухода. Platinum до 3-4 месяца и спа, кератин 4-6 недель. Угу. Ну, вроде бы все понятно, друзья, да, это вот домашний уход. Какие-то вот да, баночки красивые. Уход. Ой, какие красивые, они же стеклянные, да? Нет, не пластик. 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 Также есть в тревел формате. Можно взять с собой в отпуск. Угу. Ну что ж, пойдем, наверное, туда, переходим. Да, приходите к нам. Так, нанесли. Нанесли маску здесь. Сколько времени надо посидеть с этой маской? Вы знаете, как правило, с этой маской нужно сидеть минут 15. Под теплом нет? Под теплом, либо без тепла. Под теплом, если у нас не свежеокрашенные волосы, да. Сейчас у нас что будет? Оля сидеть. Сейчас мы будем ее прогревать, потому что волосы не окрашены, нам нужно закрепление эффекта. Если мы будем прогревать, эффект будет более интенсивный. Угу. То есть, подожди, у нас один шампунь, одна маска, одна ампула. И все? Да. И все, и больше ничего. Ну и затем два продукта, которые завершают эффект процедуры. Но это уже несмываемые продукты, которые наносятся преимущественно перед сушкой волос. Поняла. Но сейчас вот мы посидим 15 минут и пойдем смываться, да? Да. Ага. Но смывать только водой. Как бы здесь не нужно очень много продуктов для того, чтобы сделать эту процедуру. Она очень оптимальная. Это, кстати, самая топовая процедура в салонах Москвы на самом деле. Мы так провели небольшие просчеты, посмотрели, какая процедура у нас в наших самых любимых салонах, которые с нами работают, чаще всего делается. Вот Brilliant Shine – самая топовая процедура, потому что она очень быстрая, ее можно делать в день окрашивания, прямо во время окрашивания. То есть вы только окрасили волосы,
вы можете сразу сделать эту процедуру. Но есть там один нюанс. Мы помыли Олю сейчас очищающим шампунем перед процедурой для того, чтобы открыть кутикулу, для того, чтобы процедура была более интенсивной. В случае, если волосы окрашены, то мы используем шайн-шампунь. Другой шампунь. Шайн-шампунь – это шампунь для блеска, который можно мыть ежедневно. Это шампунь для того, чтобы поддержать цвет и придать увлажнение и гладкость волосам. Можно мыть постоянно, можно пролонгировать этим шампунем цвет в течение 2 недель после окрашивания. Это такой универсальный шампунь с pH-балансом 5,5. Он достаточно мягкий и при этом очень хорошо выдерживает структуру волоса, такой более увлажненный до следующего мытья. Угу. Соответственно, поддерживает хорошо свежий окрашенный цвет. Ой, 2 недели у вас клиент будет ходить с шикарным блестящим цветом. Вот, ой, это мечта. И при этом это все с шикарными ароматами. И как бы, ну, клиенты нас любят, наверное, больше за это. За то, что есть эффект, есть шикарные ароматы, и при этом ароматы эти не парфюмированная душка, это более натуральные ароматы. Вот сразу вопросик. Можно ли пройти эту процедуру инфракрасным утюгом? Можно. Можно. Мы делали, так делают мастера в салонах, но мы не делаем, потому что мы не используем инфракрасный утюг. Мы сейчас будем Олю просто прогревать. Угу. А прогрев сокращает время процедуры? Прогрев не сокращает время. Время мы используем все так же, либо под теплом, либо без тепла, 15 минут. Но есть такой лайфхак. Именно с этим уходом мы можем посадить клиента, так как нас смотрят мастера, да? Конечно, у нас только мастера, да. Наверняка нас смотрят даже нейл-мастера, потому что некоторые нейл-мастера, кстати, приходят на наш семинар и говорят, что мы хотим тоже знать, потому что нам нравится этот продукт. Ну так вот, лайфхак для всех. С этой процедурой мы можем клиента отправить на маникюр, педикюр и массаж. Она может быть более длительной. Если 15 минут у нас, в принципе, заявлено правильно, что нужно так делать, то, по-хорошему, мы можем 40 минут держать. Не меньше. Да? Ну, не меньше 15 не минут. Здесь, да, здесь важно не меньше. Угу. Можно больше, но не меньше. И также вы видите, да, что я делаю без перчаток. Да, это без значит, перчаток, да. Эту процедуру можем делать и беременным, и в период лактации, и никаких ограничений, в принципе, нету. У нас, в принципе, в продукции нет никаких силиконов, настолько натуральные компоненты. Нас очень любят салоны красоты, которые с нами сотрудничают. Опять же, нас не найти в магазинах. А то есть даже в профессиональных магазинах? В профессиональных магазинах мы начинаем, скажем так, сотрудничать, но линия Shine там нету и не будет. У наших салонов красоты должна быть эксклюзивность. Угу, поняла. Чтобы их клиенты домашний уход могли приобрести только у них. Раньше, не знаю, маркетинг, не маркетинг это было, но когда не было вот этих профессиональных магазинов, и каждый салон красоты, его прибыль все-таки состояла на 40% именно от продаж. Сейчас это, наверное, сошло на нет, так как большинство производителей пустили это все в мир, а мы заботимся о наших салонах. Теперь вопрос. А если кавказские волосы не хочется сделать прямыми, а просто сделать гладкими и блестящими, какой для этого подойдет кератин? Сильвер для разглаживания, либо также мы можем сделать платину для дисциплины. А вообще мастера сюда к вам могут попасть в академию как модели? Как это можно сделать, чтобы они на себе сначала процедуру попробовали, даже а потом... на семинар, воркшоп, они, опять же, мы подбираем одну модель точно для выпрямления, потому что мы не знаем, будет ли кто-то из присутствующих, кто хочет себе выпрямление сделать. Но мастера должны увидеть, что нет вот бешеного испарения, что нет и вонючего запаха, что не хочется плакать там ни мастеру, ни клиенту. И попробовать, конечно, все это нужно на себе. То есть запаха нету, да, вот этого? Он минимальный. Но, естественно, есть какие-то испарения, потому что кератин под горячим инструментом все равно выпаривается. Угу. Но нет вот этого слез. Как по мне, в сравнении со многими брендами, для меня он не пахнет. Потому что все на все салоны в основном без окон, да, подвальные, да, какие-то, да, помещения, вентиляция плохая. Кондиционера часто нету. Да, это, конечно, проблемно. Ага. Но опять же, самый сильный запах, и то, от которого нет дискомфорта, это голд.
Если делаем платину, то вы даже не ощутите этого. Угу. Так, по поводу... Записаться на семинары да, можно скажи. Нам через сайт или также через Инстаграм. Грэмми, нижнее подчеркивание, про. Друзья, да, пишите все вопросы по поводу прайса, по поводу приобрести средства, все туда. У нас информационный канал. Мы здесь вам не подскажем ни по ценам, ни по прайсам, ни по продажам. Значит, вы пишете Грэмми, нижнее подчеркивание, про. Все вопросы задаете туда. Еще раз, семинары и бесплатные, правильно? Бесплатные, но по предварительной записи. Тоже в Грэмми Про надо записаться? Да. Ага, значит, директ туда пишите, правильно я думаю? Да. Да. Мы с вами свяжемся, вам перезвоним, уточним даты. Но опять же, если вы зайдете к нам на сайт, то вы увидите все расписание. Семинары, расписание. Там также можно записаться. Да, и здесь вот я бы не сказала, что запах... минимальный. Вот Таня пишет. Я как понимаю, Татьяна, вы пользуетесь этим продуктом, правильно? Вы мне, пожалуйста, подтвердите. Она пишет. Я бы не сказала, что запах минимальный. У меня глаза слезятся. И запах достаточно ощутимый. Конечно, разное. Но вот по своему опыту скажу. Бренд не буду называть. Ни реклама, ни антиреклама. Да. Не буду. Но я думала, что я умру. Вот честное слово. Я вдохнула этот пар и, наверное, минуту носилась по салону, потому что я не могла сделать второй вдох. Меня обожгло просто вот все, и, наверное, еще неделю я себя чувствовала довольно-таки некомфортно. Mm-hmm. Естественно, процедура, скажем так, не самая мягкая, пары в любом случае идут, и всегда в любом случае рекомендую надевать маски, это все-таки наше здоровье. Даже рекомендую одевать маски, когда мы делаем стрижки, потому что волосы все равно попадают в наш организм, мы должны о себе заботиться. Я говорю свое мнение, оно... Нет, конечно. У нас абсолютно разные мнения, чувствительность у всех разная. И каждое мнение имеет место быть. Угу. Нам важна обратная связь. Мы после каждого семинара обзваниваем семинаристов, чтобы узнать, все ли поняли, все ли понятно. Может быть, нам что-то надо видоизменить, чтобы стать лучше. То есть мы всегда на контакте с нашими друзьями, вот коллегами. Татьяна пишет, да, у нее клиентка приносит этот раствор, вот именно вот Грэмми. Она какой сама парикмахер. Раствор. Татьяна, какой раствор? Скажите нам. Много. По поводу кератина как раз вопрос. По поводу кератина. Вот Татьяна, да, говорит, что запах, у нее глаза слезятся, и запах достаточно ощутимый. Так что... Ну, давайте в следующий раз пройдем прямой эфир с кератином. Почему нет? Да, я также здесь поприсутствую, я расскажу свои ощущения. Возможно, вы запишетесь, может быть, мастер-класс какой-то, да, или я приду уже в действующий мастер-класс. Вы тоже, уважаемые парикмахеры, записывайтесь, и мы с вами все вместе посмотрим, протестим, понюхаем. И, как бы, интересен тоже ваш опыт. Так, сегодня только уход, но мы знакомим вас с этим брендом, потому что вы очень сильно просили. Сегодня делаем уход, бриллиант шайн, правильно? Бриллиант шайн. И еще коснулись темы кератина, потому что все-таки этот бренд, он разработан именно под кератин. Начинали, да, с кератинового выпрямления. Опять же, наш бренд, само название Грэмми, с греческого в переводе «глубина», «сердцевина». И само направление вот именно создания этой линии было для того, чтобы восстанавливать волосы именно на глубинном уровне. Там не силиконами поверхностно, а именно действительно восстановление волос. Но опять же, так как мы знаем, что есть и внутренняя структура волос, и внешняя, поэтому у нас есть абсолютно разные процедуры под любую необходимость. Маски, также бриллиантовая маска, которую мы сегодня используем, она также на внешнюю структуру волоса. Есть еще импрувинг маска, которая именно воздействует на внутреннюю структуру волоса. С ними тоже есть абсолютно разные процедуры. Приходите к нам на семинары. Это действительно очень интересно. Воркшоп сделан именно на то, чтобы перепробовать, перетрогать все, понюхать, пощупать и волосы клиентов до, после. И у нас всегда очень дружеская атмосфера. Отлично. Оль, мне еще фотографию пришлешь там через недельку, через две с волосами. Хочется
выставить это тоже в сторис. Мне сделают красивую фотографию. Ну, сделают. Конечно, мы, правда, не сделали красивую фотографию. Дома не сделали. Да, потому что хочется посмотреть через неделю, через две, что с волосами будет. Правильно, друзья? Да, совершенно верно. Сейчас Молю прогреем, да? У нас шапочка специально для прогревания. Какая здесь, какой температурный режим шапочки? 45-50. Я уже засыпаю. Тебе тепло или хорошо? Мне здорово, я бы здесь осталась жить. Друзья, можно использовать климазон, можно использовать шапочку, можно просто взять и прогреть феном в целлофановой шапочке. Ну, мы используем такую шапочку, она очень удобная, хорошо прогревает, и клиенту в ней комфортно и удобно. Также можно инфракрасные утюжки, то есть, ну, здесь нет ограничений. Нам нужно, чтобы наш состав воздействовал именно с волосами. И там уже у кого что в салоне или в обиходе у мастера есть любимый инструмент, используем. С шапочкой, климазоном, конечно, удобно. Климазон просто, вот насколько я недавно узнала, не все клиенты любят. Не все очень хорошо воспринимают. Поэтому индивидуально подбираем. Ограничений никаких. Мне вот интересно, вот про вот эту вот ампулу поподробнее расскажи. Вот, допустим, если я мастер, у меня есть такие ампулы, но нет маски. То есть я ее могу вообще, как я поняла, да, в любую маску добавить? Ее можно, в принципе, ну да, конечно, у нас с любой будет действовать. Не падай, Оль. Но опять же, напоминаю, что у нас во всех... Показать? Так, да, вот, вот эти вот ампулы. Что у нас во всех ампулах та же самая запатентованная технология. Соответственно, смотрите, вот у Иринки в руках сейчас коллаген, да. А у нас еще есть ампула кератина. Они смешанные, да, идут все? То есть в упаковке идут смешанные. Да. И ты уже три смотришь... Три ампулы коллагена, три ампулы кератина. Ага, и ты смотришь, что требуется твоему клиенту, правильно? Да. Какую процедуру, смотря, выбираем. Ага. Есть понятно. Процедуры, которые мы две ампулы используем. Ух ты, а почему? То есть, допустим, мы сначала смешиваем ампулу кератина с импрунинг-маской. И маска воздействует на внутреннюю структуру волоса, и ампула кератина также. Угу. Наносим, следом наносим прямо поверх, не смывая первую маску, смешанная маска-бриллиант вместе с ампулой гидроколлагена, которая воздействует именно на внешнюю структуру волоса. Тем самым мы... Делаем двойную работу, глубокое восстановление волос и внутри волоса, и снаружи. Татьяна спрашивает, ампула в чистом виде не действует на волосы, только в составе с маской, да? А почему не действует в чистом виде? Оля сейчас нам расскажет. Извиняюсь, я немножечко отошла попить кофе. Ампула – это больше усилитель любого продукта. Это такой усиленный комплекс коллагена и кератина. Поэтому самостоятельно, в принципе, он не работает, ему как бы, ну, не за что зацепиться. Не за что зацепиться, скажем так, да. Угу. То есть, если маска имеет эффект проникновения структуры волоса, например, у нас есть такая маска Improving, то ампула только усилит эффект от этой маски. Если самостоятельно, она просто не даст никакого эффекта. То есть делаем все делаем с масками, мы. Да. Угу. Ампула у нас используется, знаете, когда самостоятельно. Используется только ампула кератина, только когда мы делаем инъекционное окрашивание. А что такое инъекционное? Скажем так, аналог Олаплекса, когда мы ампулу добавляем в осветляющий порошок. Вот тогда ампула очень хорошо сработает и сделает такой эффект поддержания структуры волоса во время окрашивания, обесцвечивания, осветления. Но самостоятельно она, к сожалению, не сработает. А спа-тонирование. У нас еще есть процедура спа-тонирования, но в спа-тонировании у нас используется спа-кератин. А что это такое спа-тонирование? Даже не слышала. А мы, кстати, не рассказывали, да? Нет. Я вообще даже не слышала спа-тонирование. Давайте посмотрим. Давайте. Вам Иринка показала, в принципе, продукты, но хочется, наверное, еще раз показать. У нас есть такой три вида кератина, да, Ирина рассказывала? Да, про кератин рассказала. Есть вот один отдельный кератин, это HR Spa кератин. Ага. Это такой состав, у которого pH-баланс 3,2. Для особых таких мастеров, которые, в принципе, в этом разбираются, они поймут, что это больше такой состав кислотный, это как очень интенсивная маска для структуры волос. И этот состав у нас добавляется и в тонирующий краситель. Вот этот состав мы добавляем? Да, спа-кератин. К сожалению, не могу вам показать консистенцию. Он такой очень густой, он как маска прям.
И этот состав работает как самостоятельный продукт, можно использовать как маску для волос, а затем ее смыть. Этот состав как уход, который у нас есть, называется он спа-кератин, он у нас размешивается с водой, наносится на волосы, стягивается полотенцем и не смывается. И получается такой эффект плотности структуры волоса. Это у нас такой эффект на 4-6 недель. Я думаю, Ирина рассказывала про него только что. Нет, мы там вкратце пробежались, просто да, интересно. И также этот состав, мы уже говорили, да, что работает с тонирующим красителем. Это как? С тонирующим красителем. Прям в краситель. Да, совершенно верно. Мы добавляем в краситель. Если у нас, допустим, 60 грамм в тюбике красителя, тонирующий краситель, так как у нас все мастера там, и они, я думаю, понимают, о чем я говорю. Так как у нас, как правило, тонирующий краситель разводится с оксидом всегда не один к одному, да? Совершенно верно. Один к двум, один к трем, и оксида у нас получается больше. Мы берем спа-кератин и разбавляем его в пропорциях смешивания 3 к 1, где красителя 3 и спа-кератина 1 часть. И мешаем спа-кератин только на краситель, на оксид мы не учитываем. Это для мастеров, которые у нас там конечно, сейчас слушают, конечно. Которым будет это интересно. И, соответственно, все это перемешивается у нас, краситель, оксид, спа-кератин, и получается такое более интенсивное тонирование, более ровный цвет. Сам состав помогает сохранить блеск волос, скажем так, извиняюсь, пожалуйста, я сегодня такая сонная. Ничего страшного. Но у вас красителя нет. То есть это можно с любым красителем, правильно? Да, совершенно верно, с любым тонирующим красителем мы используем этот состав. Ага. Так, теперь вот сразу вопрос пишет у нас Наталья. Чаще всего быстро заканчивается ампула гидроколлагена. Да. Можно их заказывать отдельно? Нет. К сожалению, отдельно их заказать невозможно. У нас продается только упаковочка. В упаковочке у нас по 3 ампулы, в каждой ампуле по 20 миллилитров. И чаще всего заканчивается... можно спросить у человека, который спрашивает, что делает чаще всего, если эти ампулы быстро заканчиваются, какие уходы делают? Наталья, какие вы делаете уходы с ампулами гидроколлагена? Нам очень интересно, напишите, пожалуйста. Нашей модели? Да, конечно. Друзья, по поводу стоимости, вы можете обратиться на аккаунт Grammy_Pro и проконсультироваться по поводу стоимости, по поводу обучения. Все вопросы именно такого характера задавайте туда. Хотела снять, думаю, что ты там делаешь? Это кофе мешаешь. Я извиняюсь, я решила попить кофе. Я сегодня прям заснула. А мне можно? Да. Можно и вам сделать, Настя, вам сделать? Да не, пока. Ир, стой. Этот кератин усиливает насыщенность цвета. Это так? И не проседает ли пигмент на поврежденных участках волос? Спа-кератин как раз для того, чтобы, наоборот, цвет ложился более ровно и не проседал структуру волоса. То есть он усиливает насыщенность цвета? Саму структуру волоса за счет этого краситель ложится равномерно. Он нигде не провалится. А при поврежденные участки волос? Он проникнет, он уже уплотнит их. Он рассчитан на восстановление, питание и уплотнение. То есть он как раз поврежденный участок сделает максимально плотным и восстановленным. Но, естественно, если у нас там совсем разрушенные, то там помогут нам только ножницы. К сожалению, не придумали волшебные палочки, чтобы, ну, скажем так, мочалочку превратить. Да. Там есть профессионалы. Ох, да, это точно. Так, ну что, друзья, смотрите, у нас осталась 1 минута 30 секунд. В принципе, мы сейчас отключаемся. Этот эфир будет сохранен, если это даст нам Инстаграм. И присоединяйтесь к нам буквально. Через сколько мы будем смываться? Скоро. Ага, ну минут через 10. Наверное, вы подключаетесь к нам и... еще будете задавать тогда вопросы по этой процедуре, по кератину, потому что сегодня бренд-технологами как раз вам расскажут всю внутреннюю, я не знаю, кухню, да, все секреты, возможно, какие-то лайфхаки, которые вам понадобятся в работе. Так что жду вас через 10 минут.